Гладиолус мини-нетели высаживается в рыхлую, супесчаную, хорошо прогретую почву, богатую перегноем. Температура грунта не должна быть менее 10 градусов. Место должно быть открытым, однако защищенным от сквозняков. При высадке рассады между саженцами рекомендуется соблюдать дистанцию в 10-15 см. Сорт нуждается в умеренном поливе. Подросшие ростки можно обработать защитным средством от заболеваний. Луковичное растение цветет с июля по сентябрь и благоухает слабым фруктовым ароматом. Высотой цветоносец может достигать 45-60 см, что идеально подойдет для высадки на участке в загородном доме, саду или дачной клумбе. Гладиолус малый натали – это травянистый высотой 45-60 см. Цветет растение в месяц – июль, август, сентябрь. Аромат у цветов легкий. Окраска цветка нежно-розовый с красным горлом. Лист растения по форме мечевидный. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.